Это я, Чада, Ди-ди-ди-ди. Всем привет, вы на канале Лавинка. Да, и сегодня мы открываем вот этот набор. Это что? Ням-ням. Это ням-ням, ты думаешь? Да. А я говорю, что это такой набор делать браслетики. Дай мама поближе покажет. Это ням-ням. Это у нас такой набор мини-поп-арт. Да, называется мини-поп-арт. Для изготовления украшений, браслетиков, бус. Всего здесь 50 деталей, из которых мы будем делать наши украшения. Цвет фиолетовый, сиреневый и белый. Это все ням-ням, да? Ты это все будешь кушать, да? Вот такой вот у нас набор, и посмотрим, что из этого мы сможем сделать. Открываешь? А, еще здесь вот тоже детальки. Вот эти три основных цвета, которые это используются в этом наборе. Это все ням-ням. А Соня все еще думает, что это все ням-ням, да. Так. И смотри, мы прикрепили три детальки, Сонь. А? Видишь? Смотри. Ух ты, что ты сделала? Что ты сделала такое, Сонька? Чистительно для бебу. А ну, дай я тебя одену на ручку. Давай я тебя на ручку одену. А дай чистить. Давай мама поможет тебе на ручку одеть. Давай. Давай свою ручку. Вот так, раз, два. Ух ты, какой у Соньки браслетик. Вот такой у Соньки браслетик. Проживет он недолго, этот браслетик. Соня его уже разбирает. Пиба! Пиба, теперь давай сделаем колечко. Сонь, смотри, какое колечко. Сонь. Нравится? Бусы, да, мама делает бусы. И тис. Для тис, да. Для тис. Так, но мы это же еще не закончили, Саня. Бусики. Так, и еще надо чуть-чуть. Тоже бусики. Тоже бусики Сонька делает.
Да. Сильно-сильно. Сильно-сильно нужно, да. Здесь на самом деле нужно сильно-сильно давить, чтобы втиснуть один в один. Очень тяжело соединяются. Нужно очень много силы приложить. Смотри, какой браслетик. Давай, оденем тебе браслетик такой. Давай, мама тебе их оденет. Они еще... Они еще, наверное, маленькие. Ух ты, какие высокие волосы. Хочешь пойти в зеркало на тебя посмотреть? Подожди, подожди. Давай сделаем еще колечки и браслетики. И тогда пойдешь показывать всем не только бусы, но давай все сделаем. Давай максимально задействуем все детали. Смотри, какое колечко мы сделаем. Ух ты, какое колечко, смотри. Вот такое колечко мы сделали. Нравится? Смотри, смотри. Смотри, какое колечко. Браслетики такие маленькие, как раз для таких маленьких ручек. Маленьких девочек, да? На самом деле, вот мы сделали уже два браслета, бусы и колечко. И у нас осталось еще достаточно деталей для других украшений. Хотя изначально мне казалось, что 50 это очень мало. И что нам хватит только на бусы. Она бежит еще показывать. Все мамы бусы. Все. А мамы бусы. И маме бусы. Да. Красиво. Идем, я тебе лучше одену еще одни бусы. Все. Все? Сонька вся увешанная бусами. Браслетиками и колечками, да? Тебе понравился этот набор? Да. Будем им еще играться? Да. Говори всем, Сонечка, пока-пока. Ка-ка. Ой, колечко отлетело. Ка-ка. Пока-пока.